Всем привет! Опять очередная посылочка с Китая. Что-то пришло большое, пока даже не догадываюсь, что. Вот такая вот чудная, вот такая вот большая посылка, коробка. Будем распечатывать посылку, да? Посмотрим, что внутри. Ну что ж, будем распечатывать. О! А вот что! О, какая гора поролона была! И внутри маленькая коробочка. Вот такая вот чудная коробочка. Это пришли очки увеличилка на несколько лезвий. Вот, собственно, посмотрите на то, что они могут. Ссылка, как я говорил, находится внизу под видео. Будем распечатывать. Заодно в ближайшее время расскажу, насколько в них удобно работать и что с ними можно делать. Откроем коробочку, посмотрим. Если верить заявленному, они еще должны быть с фонариком подсветки. Вот такие вот чудные приспособы. То есть одна линза, а под ней, да, фонарик есть. Можно даже фонарик направление выбирать, куда он будет. И вверх-вниз. Вот он так тоже двигается. Батареек, наверное, там не будет. Точно, батареек там нету. Вот одна у нас линза получается такая. Так, то отодвину пока, чтобы показать. Вот здесь получается две линзы прямо на самих глазах. Это одна, это побольше. И можно еще надвигать сверху еще более подробную. О, какое увеличение получается, судя по пальцам. Ну да, классно. Паять, я думаю, будет удобно. Ну что ж, испытаем, проверим. Как я уже говорил, ссылка будет находиться внизу под видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать извещения о видео своевременно. До скорых встреч. Пока-пока.